Выбраться из этого ада можно было только тремя путями. Первый путь – это путь по морю. Но катеров было мало. Катеров на всех не хватало. Второй путь – это путь по воздуху, самолетом. Этот самолет был уже готов взлететь, но его расстреляли прямо на взлетном поле зенитной ракетой «Стрела». Кадры сняты за несколько минут до попытки взлета. Вот ей повезло, ей не хватило места. –